сегодня воскресенье. У меня резерв. Думал, дадут смену, но буду ехать на северную. Я там так давно был уже. Путевочку такую выписали. 2 августа.
Алло. Тоже на север? Да. Ну что, ребята, стоим в резерве на северной. Пока еще никуда не пришлось ехать. Так что такое немножко потерял. Завтра вообще-то смотровая, но, блин, там бейс у меня. Короче, с утра же не пойду на осмотр. Потому что вторую работу смену надо, поэтому не знаю, как там будет. На северной стоим в начале площадки. Так,
что, ребят, отправляют меня на 32-й маршрут. Через 20 минут буду ехать. Уже почти 7:30. Самый край тоже на обед встают, и там.